любой смены впервые посетили вечерние мероприятия, которые проходят на территории лагеря «Полевой». Нам повезло! 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Артековцы не забывают эту дату, и поэтому в самом начале концерта мы почтили память тех людей, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Каждый из лагерей «Артека» представил свой творческий номер, а концерт продолжил московский коллектив «Динамичные ребята». Нам все очень понравилось, концерт был очень замечательный, эмоции только положительные у нас от этого концерта остались. Все было очень здорово, всем очень понравилось, очень интересно, весело, задорно. А какая песня больше всего может вам запомнить? Оренбургская R&B. А почему? А потому что мы с Оренбурга.